Ooh. Же это не по мне. Доброй ночи. Еще увидимся. Дельсе. Слушаю. Не могу поверить, что Глистал собирается жить с этим Малинтусом Анкрусом. Ужас! Она такая милая девушка. Это просто ужасно. Она такая милая девушка. Еще увидимся. Удачного тебе дня. Ох. Привет! Мне довелось пожить в имперском городе, но столичная жизнь не для меня. В Короле я чувствую себя гораздо лучше. Конечно! До свидания! Хватит болтать! Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Привет. Извини, ты напугал меня. Боюсь, мои нервы стали подводить меня в последнее время. Жить одной не так-то просто. Я могу чем-нибудь помочь тебе? Моих детей? Зачем это еще? Ох. Ох, дорогуша, прости старую глупую женщину. Ты ведь за списком подарков, так?
Мне пришла в голову мысль воспользоваться вашей службой доставки подарков. Мои дети рассеяны по всему Сиродилу, так непросто вручить подарки им всем. Вот, вот он, список моих драгоценных малышей. Хотя, пожалуй, они уже не малыши. Ха-ха-ха-ха, они так быстро растут. Там, в этом списке, указан адрес каждого из моих детей и предложение насчет подарков. Ох, да, вот золото, что я должна передать тебе. Теперь, пожалуйста, иди. Мои дети так дороги мне, и я бы очень хотела, чтобы они получили что-нибудь особенное. Спасибо еще раз.
Сжалься над старым тираном воин.
Привет, дружище. Нужна комната? Ищешь комнату? Моя мать? Нет! Ты! Что с ней? Я убью тебя! Я еще только разминаюсь, жалкий червяк! Все в порядке, не так ли? Да здравствует империя! Да, тебе что-то нужно? Мою мать? Ох, ты знаешь ее? Она такая милая женщина. Боюсь, правда, я была ужасной дочерью. Мне просто нужно навещать ее почаще. Ладно, меня ждут дела. Если увидишь мою мамочку, скажи ей, что я скоро навещу ее. Обещаю. Да. Доводилось ли слышать, что рыцари девяти собирают святые реликвии? Да, так говорят.
Я тебя вижу. Привет. Значит, аргоняне получают этот призыв. Тебя веет силой. Я не припомню, чтобы приглашал тебя в свой дом. Уходи немедленно, или у нас будут проблемы. Ситис! Что это за вероломство? Кто прислал тебя? Я не знаю, кто стоит за этим, но сейчас я пролью чью-то кровь! Тебя ждет пустота! Ассасин! Thank you.